Нонна Гришаева в июле отметила 48-летие. Поклонники не перестают поражаться тому, как молодо выглядит актриса в столь зрелом возрасте. Ко всему прочему, она обладает утонченным вкусом стиля. Артистка всегда подчеркивает свои достоинства, выбирая элегантные и порой броские наряды. А сегодня актриса опубликовала редкое фото с мужем и сыном. С днем рождения, любимый, и пусть все твои желания и мечты исполняются. Главное, дерзай, а мы рядом, подписала снимок звезда. Дело в том, что супруг Нонны, Александр Нестеров, сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 36 лет. Напомним, у Гришаевой есть дочка Анастасия от первого брака с Антоном Деровым, а с Александром Нестеровым они воспитывают общего сына Илью, которому 5 сентября исполнится 13 лет. Нонна старается как можно больше времени уделять детям, и даже берет с собой в непростые поездки, связанные с благотворительностью.